Наталья Комарова сегодня работает в Кандинском районе. Один из пунктов программы посещения индустриального парка «Кандинский». Его создали на базе закрывшегося завода МДФ «Плит» в Мортке. Самый крупный резидент отремонтировал и модернизировал производственную линию. В апреле этого года она вышла на плановую мощность. Также на территории индустриального парка работают резиденты поменьше. Производят, например, мебель, топливные брикеты. Кроме того, губернатор сегодня проведет встречу с жителями муниципалитета. Обсудят реализацию национальных проектов в Кандинском районе.